Ну что, любимая, я уже только что принимал душ с новым бойлером, вон лампочка горит. Конечно, тут на Махалова некоторое присутствует, потому что в итоге, когда мы открыли коробку, оказалось, что бойлер не на 80, а 7, на 75. Но крепление не подходило, мы перекрутили от старого бойлера крепление. Немножечко его Виталик там расширил каким-то сверлильным станком. Ну все, душ живет, я вот только что мылся вот этим вот абрикосовым шампунем, мыл голову. Такое ощущение, что этот шампунь вообще какой-то неземной. Вот, сколько лет назад, видимо, шампуни были совершенно другие. Немножечко короткая лейка, но я вот вспоминаю, что я тоже подвиг совершил. В нашей душевой кабинке вот эту вот штуку прикрутил. И как бы немножко успокаиваюсь. Вот так, вот такая вот история. Круто. Круто, когда есть горячая вода, когда есть вот такой девайс, потому что без него вообще было грустно, и вообще было все холодно, и приходилось спать в одежде. Я сейчас хоть немножко раскочегарился, немножко распарился, вот, пришел в себя. Вот, такая вот история немножко.